история. Татьяна. А, апельсинчики чищу. Для чего? Решила, так сказать, завершить это обжорство, да? Обжорство у нас закончилось 2 января, насколько я помню. Не-не, оно у нас закончилось вот недавно. Килограмм я наела за это время. Да? А показать сегодня, не хотите? Да, я сфотографировала сегодня 82-700, а было 81-700, но ела вообще просто вот все, что не прибито. Клетчатку, наверное. А? Клетчатку, наверное. Да, клетчатку, да. И клетчатку, и свинчатку, и тортятку. Вообще все ела. И бутербродики, да, колбасятку. Все ел. Че, кисточку? Да, намочить. А сейчас вот решила, так сказать, сделать эту. Ну, короче, вот сама не ем, и теперь решил других буду кормить. Интересный позыв. Буду хотя бы не есть. Сама худею, но пусть да, другие толстеют, да? Есть, но, да, смотрите, как другие едят вкусную да. пищу, да. Интересная, интересная вот. Теория. Шарлотку с апельсинами буду делать сейчас. Да. Я уже сделала. Кому интересно, очень просто. 5 яиц, сахар, мука, разрыхлитель, ванилин. А само тесто-то где? Вот оно. Вот оно. Вау. Блин, все видно. О, какое жидко-густое. Да, ждет сейчас апельсинчики начищу. Не жидковато оно для шарлотки? Нет. А форма и какая будет? А я буду делать, кстати, шарлотку буду делать в мультиварке. О, это что-то новое. Выпекать, да. Апельсиновая. У нас тут еще главный повар пришел. Это самый... Шарлотка эта с апельсинами называется королевская шарлотка. Да, Витя? Ты согласен? Королевская шарлотка. Вот 2 апельсинчика нужно. А, кстати, ты еще не показал, туда вот еще цедра вот такая вот. Ну, прежде апельсинчики-то надо помыть хорошенько. А потом цедру добавляем. Ну, я, в общем... завтрашнего дня. Кому, кстати, рецепт нужно подробно? А, и потом покажу, что в итоге это получилось. Первый раз. Да, и рецепт надо будет показать. А, ну я, слушайте, ну я первый раз, поэтому что, я уже 100 раз сказала, я готовлю это. Так? Ну так видео выложится после того, как приготовится еда. Ну я покажу, что получится, может ничего не получится. В любом случае надо будет показать. Если не получится, тогда это будет как руководство, а как нет. не надо делать. Да. Как не надо в мультиварке делать. Оп, 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 оп. Но у нас нет духового шкафа, поэтому я буду пробовать в мультиварке. Временно отсутствует. Ну да. Вот. Так, здесь маслице растопило. Сейчас формочку мультиварки маслицем смажем. Сливочное. У меня здесь как раз это жарилась картошечка. Я поставила пока сюда эту кастрюльку от мультиварки, в нее кусочек масла сливочного бросила. Сейчас я ее смажу как раз этим маслом растопившимся. Так, смазали. Так, что теперь? Теперь мне надо это так, я готовлю, решить свою косыночку повязывать. Да, и перчатки. Да. Ну и не помешало бы маску. И маску, перчатки, да, косынку. Раньше все в магазинах, кругом в косынке. Друг, косынку. Что-нибудь постирай. Вау, как. У нас все время какие-то ракурсы, я ничего не вижу. Ну почему? Ну подойди, значит, так, чтобы тебе было видно. Ну вот так вот лучше, наверное. Еще и темно, наверное, да? Не, свет хватает. Вот, так что вот так вот мы начинаем дальнейшее похудение. Всем желаю такого же. Похудение. Вот. Не, сама, конечно, ну я чуть-чуть попробую, что получилось в итоге, как бы, чтобы знать в дальнейшем, как бы делать. Сейчас, такое. Может быть, пока еще. Нет, не сейчас готова. Я не хочу еще. Я хочу со всеми ингредиентами попробовать. Все ингредиенты хочу попробовать. Ингредиент. Ингредиент, да.
Так, это у нас апельсинчики. Да, надо это, очистить от этого. От шкурок. От кожурок даже. Да. Не кожурки, Вадим сделал какое-то, мне кажется, видео, надо поменять, как-то не очень четко. Да. Потом надо поменять. Ну, видимо, не с 4К, я тебе переключил на что-то другое. А сверху это дело чем накроется? Это ничем не накроется. Сейчас эти апельсинчики я притоплю туда. Угу. Вот, кстати, чем мешать? Да, ну, вот, кстати, надо вот такую специальную лопаточку плоскую просто купить. Пласть, ну, какую-то резиновую такую. Угу. Она притапливает хорошо. Давайте на день рождения подарю такую. Хрена себе, ты решила отделаться как просто. Вообще охренеть. Может, ты мне еще там пылесос подаришь? Там? Пылесос у нас есть. Ага, а то бы я тебе подарил, да? Пылесос. Хочешь духовочку? А, кстати, вот это да, неплохой подарок. Да? Духовочка, да. Но я сейчас пока хочу осваивать мультиварку, так что ладно. Фиг с ней, с духовочкой. Ой-ой-ой-ой-ой! Что он кричит? Давай. Что произошло-то? Ребенок пить хочет. Все, готово. Ты что, ругаешься, Витя? Да, блин, сказал, видишь? Так, надо взять у меня камеру сейчас. Сейчас. Добавляем цедру. Надо было вместе с апельсинами, но я тут закрутилась. Ну, ты сейчас перемешаешь. Из-за Витиных воплей. Витя, да, у нас... О, он еще яички тут достал. Ну, вообще молодец. Держите, Татьяна. Мне рука грязная. Тут сейчас у нас ингредиент. Толя! Толь! Подойди сюда. Побыстрее. Собери вот это все и в помойку закрой, закинь назад. Хватит глупости, давай, выбирай. Толь, не дури, Толь. Собери. Я не хочу это собирать. Собери. Фу! Маленький Витя достал скорлупу. Я запомню. Из помойки. Толь, это яичная скорлупа, просто яичная, ничего такого. Ты яичницу ешь? Сейчас он тебе объяснит. Вить, скажи, что подержаться нельзя, что ли? Собирай дальше. Вот загрузили это все. Да, меня ты что не показываешь? А? Вот. Что, да? Показываешь мне? С пером в ухе. С пером в ухе? С пером, да. Перо давай. Шарль перо. Я люблю пить сказочные. Тань перо. Таня перо. Таня перо в ухе. Таня перо. Таня пирог. Таня пирог. Да, смотри, сейчас он хочет опять придержаться у тебя за ту штучку, за которую он ты эту придержался. За ногу? Да, за ногу. Врубаем нашу мультиварочку. Закрываем. Так, меню. Выпечка. Выпечка. Мне надо 60-80 минут. Я не знаю. Ничего. Ничего. Ну, потому что такое качество видео сделали мне. Так, время. 2 часа. 2 часа и 120 минут, да? Блин. Теперь скакало. 150 минут. А, вот. 30, 60, 70, 80... Ладно, 90. Ну ладно. Значит, выпечка на 80. Ну, я буду смотреть потом. Надо сейчас придумать, чем мы ее украсим. Сахарная пудра сверху посыпем. Угу. И, может быть, киви. Можно киви. Украсть можно сверху. Орешки, если есть какие-то. Не, орешков, наверное, у нас нет никаких. Ну, тогда киви. Да. Ну все, тогда давай сейчас посмотрим, что да. Получится, покажем. Ждем полтора часа. Ага. Зачем? О. Ну как?
аппетитненько. Интересненько выглядит. Да. Это у нас прошло час... 30. Час 35 где-то. Да, минут. Сверху она там не очень припеклась, но ее переворачиваешь на тарелочку. Видны даже кусочки апельсина. А это я как это лопаточка проверяла, отходит она или нет. Съел, наверное, кусочек уже. Да ничего не ела я, вот. Видно апельсинчики? Да. Да. Сейчас это... Пойдем туда дальше все поставим. Ну все, Татьяна, телезрители ждут рецепт. Так надо еще попробовать. А что да? Пробовать? Шарлотку тяжело испортить. Да, попробуем, отрежем. А смородина домашняя? Киви домашняя? Гиви. Смородина, киви, все свое. Вот как, смотри, такие красиво. Под моей елочкой с тортиком. Да, да. Советую есть шарлотку под елкой. Клади на пол, вставай на четвереньки. Давай, и жги. Отрежем кусочек. Сейчас. Это долька кусочки для котят. Попробуй. Это долька для мышат. Это долька для ежа. Ну, а волку кожура. Не шиша. Татьяна, режьте уже скорее. Есть у нас один тут гурман, гастрономический турист. Уже он там вот суетится, я сказала ему спать, а он все суетится. Ну, он знает, что это все не просто так. Видно, вот здесь вот апельсинчики. Оно вообще все, в принципе, пропиталось апельсинчиками, я смотрю. Волосочек попал. Вот. И тут тоже. Непонятно, мутность какая-то. Там, слишком поздно фокусируется он. Да, потому что мне же поменяли вот эти настроечки. Вот. Так что ну, вот так. Яблочко жалко, не хватает. А... Татьяна. Ваше лицо в камеру не помещается уже. Мама, я тебе завтра привезу кусочек. Я рекомендую посмотреть тебе на это все. Благоденствие. Иди чайник ставь. Выключаемся. Да.